Right to Life presents. Песик по кличке Чупи с рождения особенный. Малыш, метис питбуля и ротвейлера, родился с дефектом развития и с первых дней отличался от других щенков. Из-за нарушений печени Чупи родился лысым, с выгнутыми ушами, деформированным ртом и глазами. Среди других щенков его заметила девушка по имени Кайли, которая работала волонтером по спасению собак в Джорджии, США. Сначала девушка и ее коллеги не понимали, почему щенок похож на волчонка, его зубы торчали, придавая его мордочке хитрую улыбку. Только позже у малыша выявили проблемы с печенью. Из-за дефекта печени Чупи был истощенным и постоянно уставшим и часто спал. Этот маленький волчонок очаровал Кайли, и она решила забрать его к себе. Малыш с необычной внешностью подрастал в руках заботливой хозяйки. Кайли перевела его на специальную диету, и с тех пор он прекрасно себя чувствует и живет счастливой жизнью здоровой собаки. Да, Чупи не похож на других собак, и он родился таким. Самое главное, что рядом с ним любящие люди, которые видят в его особенной внешности самую настоящую красоту. Подросший Чупи очаровал не только своих близких, но и тысячи людей по всему миру. Хозяйка ведет аккаунт песика в Инстаграме, где за его жизнью следят 11 тысяч подписчиков. Из-за отсутствия шерсти на кожу Чупи приходится наносить солнцезащитный крем или одевать в костюмчики, чтобы избежать ожогов или охлаждения. Это не мешает ему оставаться активным и игривым псом. «Я обожаю Чупи за его забавные привычки», — говорит хозяйка, — «он всегда хочет быть в курсе и принимать участие во всем, что я делаю. А еще, он забавно танцует, когда очень рад чему-то. Он удивительно нежное создание». Хозяйка Чупи хочет вдохновить людей по всему миру ухаживать за особенными животными. Подарить дом особенной собаке – очень доброе дело, потому что тысячи собак смешанных пород идут на усыпление. Люди должны дать шанс собакам с особыми потребностями, пусть они не такие красивые и у них нет блестящей шерстки и богатой родословной. Чупи – это маленькое доказательство того, что внутренний мир гораздо важнее внешности. Он счастливо живет с любящей хозяйкой, радуясь каждому дню. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.